В понедельник я заявил о том, что продолжается афера Дадона по захвату Конституционного суда. Как результат моего выступления в программе ТВ-8 у Натальи Мораль, значит, судьи на Рыжкановке испугались, и они не выполнили главную просьбу -требование Игоря Дадона. Шмекерия заключалась в следующем, что есть специальная компьютерная программа по распределению дел. Значит, судьи на это не пошли, и дела находятся сегодня не у тех судей, у которых Дадон хотел бы, чтобы они находились. И я очень рад тому, что первый этап Дадона не прошел. Но сегодня будьте внимательны, афера на этом не заканчивается. Следующая попытка, то есть так как на Рыжкановке не к тем судьям, которые хотел Дадон, попали материалы, и у Дадона ничего не получится, на сегодняшний день господин Лебединский, бывший советник Дадона по юридическим вопросам, продолжает лоббировать этот вопрос в курте Диапел Кишинев. В этом ему помогает судья Клима. Для тех, кто не знает, кто такой судья Клима — это тот, кто был на связи у Сергея Яралова и получал конверты с заданиями от Плохотнюка. Сегодня Клима, значит, лег под Лебединского, соответственно, под Дадона, и он попытается провернуть эту аферу в курте Диапел Кишинев. Плюс Лебединский пообещал Климу сделать председателем курте Диапел Кишинев. Это будущий председатель курте Диапел Кишинев. На эту тему, чтобы долго не задерживать ваше внимание, я обещал в понедельник на ТВ-8, что выйду на отдельную пресс-конференцию с фамилиями всех судей разных уровней, кто служит Дадону, через кого, кто посредники, кто носит деньги, кто за что отвечает и так далее. И вы увидите всех тех, которые обслуживали Плохотнюка, которые сегодня находятся на службе у Дадона.